Всем привет, меня зовут Алина. Только что я писала в своем дневнике, и это, я думаю, вы поняли, как это видео называется. Влог или Day with me. Да. Я только что писала в своем личном дневнике, и у меня уже мало наклеек осталось, которые мне прислала Влада. Ну, короче, моя подписчица мне прислала в письме. Также мне купили станок новый, профессиональный. Именно профессиональный, потому что в том месте, где я его покупала, был написано профессиональный, и я не хвастаюсь ни в коем случае, просто я вам рассказываю, что я давно хотела хороший станок, и вот, у меня он появился. Вот я плету браслет Quadrafish, я его плела несколько часов назад, то есть час назад или полчаса назад. Полчаса назад, это час. Короче, я час назад, наверное, скорее всего, его плела, но я решила, что потом доплету. И сейчас мы пойдем сначала на почту. Я проверю ящик, потому что вдруг у меня сегодня еще пришло письмо. И потом мы купим мне резиночки, потому что у меня кончаются резиночки. В принципе, давайте я вам покажу свой аутфит. Это вот такая вот прозрачная кофточка, потому что у нас на улице жарко, и я решила пойти в прозрачную кофту, и она не жаркая. И белая юбка, вот, поэтому, да. Плести браслет Quadrafish очень легко, но достаточно долго, потому что он плетется долго. Можно плести еще и Gexafish на 6 столбиках, я плету на 4 столбиках квадро, а потом сплету еще и Gexafish. Напишите мне, какая у вас погода, мне просто интересно, потому что у нас, например, солнечно. И я очень рада, что у нас солнечно, что у нас все круто. И да, поэтому сейчас я хочу одеть свои браслеты, потому что я как бы иду на улицу. Хочу одеть свои браслеты, браслеты у меня хранятся. Вот такой вот кошелечки. Кошелек такой с котиком. Я уже спускаюсь по подъезду. Вот. Я уже выхожу опять снова в подъезд. И буду выносить мусор. Я уже иду, короче. Кидаю мусор. И иду. Вчера мы вообще гуляли. Классно погуляли. Мы сейчас приехали уже на почту, и я буду отправлять вам ответные письма. И посмотрю заодно свой ящик, но я думаю, что там еще ничего нет, потому что вчера было письмо. Вот я здесь такая стою с рюкзаком, да. И сейчас я как бы на улице. Вчера мы, кстати, отлично гуляли. Ко мне приехала, ну не ко мне, а к нам, приехала наша подружка с Одессы. То есть мы, я, Яна и многие девочки из нашего класса с ней дружат, это Настя. И как бы мы с ней вчера гуляли, и было очень весело, да. Мне понравилось. Сегодня я, наверное, не буду, скорее всего, гулять. Поэтому, да. Но если буду, то снимать, скорее всего, это тоже не буду. И сейчас такая гуляю возле почты, жду. Да. Гуля, что ты тут делаешь? Нет. Меня смешит походка голубей. Они странно ходят. Наверное, какая-то не очень умная девочка, потому что сейчас сама на улице стою и как-то делаю. А если кто-то пройдет и увидит? Ну ладно, нет, все равно. Я даже в кофте прозрачный. Но сейчас же летом можно и так походить. В принципе, да. Короче, отправила я вам, в ответ только два письма. Одно по России, другое по Украине, потому что, как бы, сказали, что по России завтра привезут хорошие конверты, и у меня крутится монокод, и это плохо. Я сейчас сниму GoPro с монокодом.
Сейчас мы пойдем в магазин Ателье за нормальным крючком, потому что как бы у нас в магазинах с резинками нет нормальных крючков, только не очень нормальные. Потом мы пойдем в магазин за резинками, и на меня снова все смотрят, потому что снимают. И нет, акция. Наконец-то я нашла нормальный крючок, потому что тот крючок у меня, который был пластмассовый, он был слишком тонок. Теперь мы идем в магазин за резинками, в магазин Принцип. Да. У нас также открылся рядом новый магазин Брусничка. Мы уже купили резинки и идем, короче, на улицу. Я купила несколько резинок, потому что у меня закончились многие цвета, и я никак не могу найти желтый цвет, поэтому купила бледно-оранжевый вместо желтого. Кстати, еще раз хочу показать вам мой станок, и я сходила в магазин и решила вам показать мои новые резинки и мой новый крючок. Итак, давайте начнем с того, что я доплела браслет Quadrafish. Вот это самый первый браслет на моей руке. То есть голубо-белый, очень красивый, но плетется довольно долго. Первые резинки, которые я купила, это белого цвета. Я их уже открыла, потому что я использовала их для браслета. Купила вот такой вот крючок. Он здесь золотой, потом оранжевый. И можно его вытянуть для удобства. Вот. Также купила вот такие вот телесные резиночки. Они мне заменяют желтый цвет, потому что у нас в магазинах желтый цвет не продается. Почему-то. Черные резиночки в форме сердечка также прилагалась в комплекте рогатка. Ну, там прилагаются ко всем резинкам крючки, а рогатки только к некоторым резинкам. И розовые резинки, к которым прилагался крючок. Их достаточно много, у меня просто они закончились. У меня тут, конечно, резиночка в ордах пока что, но я их потом все рассортирую. А так мы сейчас пойдем гулять, кататься на велосипеде. Итак, сейчас мы идем кататься на велике, и мой аутфит на сегодня — это моя любимая розовая майка. Я думаю, вы знаете, что она моя любимая, потому что я ее носила на протяжении моей недели влогов, которая была в марте аж. И мои розовенькие шорты, вот такие вот, они как бы спортивные, я не захотела одевать джинсовые шорты. Да, хотя у меня их целый шкаф. Ну, то есть у меня там их достаточно много, но я захотела розовые шорты под розовую маечку. Его красиво получается. И для тех, кто живет в Одессе, мы поедем не с 17 по 22, а с 16, то есть через неделю, по 21 июня. И, кстати, о моем личном дневнике. Он у меня заполнен всего лишь наполовину, хотя я его веду год, потому что я не такой человек, который ведет личный дневник и записывает туда записи каждый день. Я сейчас на велике, вот. И будем ехать в парк кататься. Всем, ребята, снова привет. Я уже пришла домой. И, как вы догадались, сейчас, наверное, уже, наверное, 8 вечера или больше. 9:30 вечера. И я буду монтировать этот влог сейчас. Поэтому это было все видео. Ставьте лайки. Пока-пока.